Физкульт, привет, друзья и ученики! В одном из недавних видео я показывал о том, как правильно сжать гантели в определенной технике, но самое главное, показывал, как безопасно поднимать, закидывать гантели в верхнюю точку для горизонтальных жимов и для жимов под наклоном головой вверх. Кто-то посмотрел этот ролик, сказал, что так не совсем удобно будет делать именно для того, чтобы сжать гантели на дельты, то есть когда мы будем сжать гантели сидя вверх на плечи. И сегодня я вам покажу, что эта техника работает и для дельт. Работает также хорошо. Обязательно нужно выполнять именно так закидывание, потому что это убережет ваши суставы, ваши бицепсы и поясницу. Помните, почему я снял этот ролик? По той простой причине, что некоторые уважаемые мной люди показали совершенно безграмотную и опасную технику. Возьмем гантельки побольше, чтобы не говорили, что я сачкую. И легкие гантели так закидывать легко, а тяжелые нет. Смотрите, сначала мы стоя ни в коем случае не садимся, а стоя берем гантели, кладем их на самый край наших коленей. И потом поочередно закидываем одну и вторую гантелю вверх, к плечам. Ни в коем случае не помогая руками. Именно мощным движением ног закидываем гантели в верхнюю точку. После чего работаем мощно, тяжело, чувствуя рабочие мышцы, нагрузку в рабочих мышцах. И получаем удовольствие, рост массы и силы. Только так, а не иначе.